Программа инициативного бюджетирования ежегодно реализуется в Одинцовском округе. Благодаря ей в образовательных заведениях муниципалитета появляется техническое оснащение, так необходимое для организации школьных процессов. Первый зампред Мособлдумы, депутат от «Единой России» Лариса Лазутина в рамках реализации партийного проекта «Новая школа» посетила Захаровскую среднюю школу. В инспекции также приняли участие местные депутаты-единороссы. Нам, конечно, жизнь наших школ не безразлична. По возможности, конечно, мы стараемся помочь. Мы всегда в контакте с нашими директорами. Спрашиваем у них о таких серьезных проблемах. Понимаем, что у нас есть округ, какие-то ремонтные, какие-то глобальные работы. Мы понимаем, что это решает область и муниципалитет. Но некоторые вопросы, которые кажутся маленькими, мелкими, но они очень необходимы. В чем-то где-то помочь, подтолкнуть какой-то вопрос, мы всегда стараемся откликнуться. В рамках программы для Захаровской средней школы были приобретены технологическое оборудование для кухни и оргтехника для учебных кабинетов. Вот я беру сюда наш отечественный, она ремонтопригодная. Точно такая же стоит, только меньшего размера там. Но она уже просто с 2008 года, она уже себя все, она уже, ну просто уже я ремонтировать ее не могу. Для гостей организовали экскурсию по школе. Участники делегации осмотрели столовую, проверили наличие средств гигиены в пищеблоке, качество школьного питания, ознакомились с меню. И, конечно, посетили кабинет начальной школы, где им продемонстрировали новое оснащение. Все, и пошло, да. И работает. Это на 10-15 минут ребенку отвлечься от всего остального. Да, можем фильм включить. Музыка, песенка, все. Основной посыл плодотворной работы – не бывает чужих детей. Воспитание подрастающего поколения – ответственность каждого. Мы хотим вас поблагодарить за вашу работу, за замечательный ваш труд, за наших детей общих, потому что чужих детей не бывает, они все равно все наши. Елена Краева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».